Колобки из ниток, шишек, фетра и даже пайеток и бисера. Уже 21 год подряд владимирские первоклашки лепят, шьют и рисуют главный символ владимирского хлебокомбината. Матвей Тюканов из 24-й школы своего колобка сделал из газетных трубочек. Говорит, чтобы получилась такая красота, пришлось серьезно потрудиться. Мы немножко с кругом ошиблись, немножко не так заплели. И что пришлось сделать? Мы его чуть-чуть сплели и заново, значит, делать. Мы его покрасили. Купили глазки, нашли ротик, нитки купили, шляпку. И нашли пуговицы, носик золотой. Конкурс на лучшее изображение колобка проходит в рамках акции «Первоклассник». В этом году в ней приняли участие больше 15 тысяч детей. 1 сентября подарки от Владимирского хлебокомбината получили все первоклашки 33-го региона. А всего за время существования этого благотворительного проекта в нем поучаствовали 150 тысяч детей. И таким опытом владимирских хлебопеков уже заинтересовались другие предприятия области. Мамы, папы, которые когда-то, много лет назад участвовали в этих акциях, они приводят своих детей, первоклассников, вспоминают, как было тогда, когда сейчас. И я могу сказать, что в перспективе руководство предприятия хочет подтянуть к участию в этой акции и другие предприятия города и области. Ну и, собственно, нашим проектом уже интересуются и на федеральном уровне. Творческие работы на конкурс прислали больше 500 первоклашек. Члены жюри говорят, детская фантазия радует и удивляет. Выбрать лучших было очень сложно. Бумага, дерево, картон, листья, шишки. Был один подарок, который мы отметили, в виде тортика был сделан с колобком. Очень много и очень большое воображение у детей. Удивили большим количеством работ, удивили своей индивидуальностью, удивили тем, что потратили очень много времени на работы. И мы, конечно, от лица Владимирского хлебокомбината старались показать нашу также любовь к детям и оценить все работы по прям максимальной шкале. Конкурс поделок объединил целые классы. Вторая школа Владимира получила специальный приз за многолетнее участие в акции. Учителя говорят, дети всегда с большим удовольствием делают работы на конкурс. Он сплотил и детей, и родителей, и привлек любовь к хлебу, конечно. За лучшие работы в 4 разных номинациях первоклассники получили призы, игры и спортивный инвентарь. А подарком для всех участников конкурса стал спектакль «Мэри Поппинс». Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.